Привет! Вот и пришло тепло, а это значит, что о спокойных прогулках с Барбосиком уже можно забыть. Теперь на него так и будут норовить напасть блохи, клещи и прочие насекомые, которые никак не сулят ничего хорошего ни собачке, ни его хозяину. Как быть? Нужно правильно подобрать защиту. Вариантом на троечку считаются антиблошиные ошейники от компании «Аписан». Дана Ультра. Фипронил и пиропроксифен, входящие в состав ошейника, обладают выраженной активностью в отношении личиночных и половозрелых фаз развития блох, вшей, власоедов и эксодовых клещей, паразитирующих на собаках и кошках. Постепенно выделяясь с поверхности ленты, переносится на кожно-волосяной покров животного, накапливаются в эпидермисе, волосяных луковицах и сальных железах и оказывают длительное контактное инсектоакарицидное, а также репеллентное действие на эктопаразитов. Сами же ошейники выпускаются в трех вариантах. 40 см для щенков и собак мелких пород, 65 см для собак средних пород, 80 см для собак крупных пород. Каждый из ошейников запечатан в герметичной упаковке. Перед применением его следует вытащить из упаковки и немного растянуть, тем самым активируя действующее вещество. Сколько же они способны защищать? По утверждению производителя, такие ошейники эффективны в течение 4 месяцев от клещей и в течение 5 месяцев от блох, вшей и власоедов. Но есть у них и свои недостатки. Например, некоторые владельцы отмечают слабое их действие по всему периметру животного. Так, возле ошейника вещество действует очень хорошо. А вот чем дальше от него, тем больше вероятности возникновения непрошенного гостя. Да и у самой собачки ошейник может вызвать аллергические реакции и раздражение. Если вы хотите знать, чем я обрабатываю свою собачку от паразитов, пишите нам в комментариях, и я обязательно расскажу об этом в следующих видео. Пока!